Доброе утро. Мы находимся в Кишиневском аэропорту. Он очень небольшой, но очень компактный, приятный, можно сказать, кукольный домик. Сейчас все в огнях, но он уже живет. Люди готовятся к вылетам. Ну, давайте пройдем в сам аэропорт и посмотрим, чтобы это слова мои не были голословными, что он очень компактный. Сейчас пройдем внутрь и посмотрим. Вот такие тут двери. Написано, что можно заходить не более чем по 2 человека, потому что в основном всегда заходят с чемоданами, поэтому чтобы все вместились, вот так вот мы максимум 3 персоны, извините. Посмотрите, вот мы в самом главном зале. Вот такая скульптура встречает в самом главном зале, как только заходит капитан корабля и стюардесса. Ну, круто, собственно говоря, очень круто. Там дальше вот еще люди тоже ожидают. Зал ожидания Кишиневского аэропорта. Сейчас тут никого нет, но через полчаса приземлится самолет, и зал наполнится встречающими. Стойки регистрации. Мы уже сдали свои чемоданчики, поэтому идем на паспортный. Мы теперь пойдем на паспортный контроль. Вот он буквально все рядышком. Многие интересуются, есть ли зона дьюти-фри в аэропорту. Да, она есть. Мы вышли из дьюти-фри и сразу попали вот к гейтам, где забирают людей уже садиться на самолет. Ну, тут еще зона продолжается дьюти-фри, подъем на 2-й этаж. Я так понимаю, что там кафешки. Ну, мы сейчас туда еще поднимемся. Там очень красиво, видите, такие люстры, люди сидят, пьют кофе. Ну, мы сейчас пойдем туда на экскурсию. Самые важные стойки в жизни тех, кто боится летать. Алкоголь, который можно брать с собой в самолет. Ну, водка, это какие-то крема, ликеры. И вот, смотрите, там на выбор. Водка, ром, текила, виски, коктейли, вина. Ну что, отправляемся на 2-й этаж. И мы посмотрим. Может быть, выпьем кофе утренний покрепче. Проснемся, взбодримся. Так. О, смотри, уже сейчас рассвет начнется. Смотри, какое небо красивое. Ребята, нету ничего прекраснее прекрасного голубого мирного неба. Ну вот, мы приближаемся к бару. Дринфлайк. А, нет, Дринфлай, господи. Очки я одела, все равно ничего не вижу. Вот эти люстры красивые. Так, что же нас тут ждет? Ну, выбор большой. И булки, и гамбургеры, и тортики, и десертики, и пироженки. А, это вертута. Это молдавское национальное блюдо. Есть с картошкой, есть с брынзой, как я понимаю. А нет, вот с творогом, с картошкой. А это барза. Барза, не знаю, что это. А, наверное, с капустой. Вот, есть салаты, кто желает. Ну, короче, выбор большой. Рядом с кафе детская площадка. И даже мультики показывают. Ну, вот смотрите, уже ребеночек один, хоть он и в одиночестве, но ему не скучно. Он смотрит мультик, катается с горки, пока мама пьет кофе. А вот и самолетики. Видите, какие красивенькие стоят, нас ждут. Утренний кофе готов. Двойной эспрессо, латте и сэндвич на двоих. Ну вот, прошел час, и на детской площадке гульня. Хорошего нам полета!